Знаете, по восточному календарю, по восточному гороскопу, следующий год будет хорошим для свиней, петухов, баранов и крыс. А вы знаете, а так хочется, чтобы он стал, наконец, хорошим для людей, а не для депутатов и чиновников. Я хочу пригласить на эту сцену, на мой взгляд, настоящий символ украинского Нового года. Солиста группы ТИК, нашего друга, встречайте, Виктор Баранюк! Добрый вечер! Привет! Ну что ж, без ложной скромности хочется сказать, что, наверное, ну, главным атрибутом, главными украшениями Нового года является, конечно, группа ТИК, как попросил меня сказать Витя, и елка. Вот, ты украшаешь вообще елку на Новый год? Ну а кто? Звучайно украшаю. Что ты на нее вешаешь? Игрушки, ну, речные. Оригинально. Хорошо, что ты вешаешь? На елку? Другую елку. Главное — уметь удивлять. Ну, на самом деле, друзья, конечно, если говорить откровенно, все мы любим украшать елку. Это всегда такой некий ритуал, это событие для всей семьи. Конечно же, на елке всегда есть вот эти большие красивые шары, в которых можно увидеть свое отражение. И я знаю, что наши звезды шоу-бизнеса очень любят смотреться вот в эти шары. Поэтому прямо сейчас я предлагаю вам игру. И Вите, и всем вам, друзья, поиграем, попробуем. Мы с вами будем пытаться угадать звезду по отражению в елочной игрушке. Итак, первое фото. Смотрим. Что вы кричите? Давайте на 3-4. 3-4. Ну, конечно, это Дима Монатик, его знаменитая шапочка. Вот, это он. Но, зная Диму Монатика, можно сразу с уверенностью сказать, что эта игрушка висит на елке не очень высоко. Так. Следующая игрушка, пожалуйста. Видите, есть версии? Немає версии. Ну, зал. Зал, давайте, друзья. Ну, кто это? Кто? Каменских, Настя. Каменских? Вы серьезно? Вот это Настя, по-вашему? Ну, на самом деле, друзья, конечно же, это Настя Каменских. Она же НК. Тогда Настя вешает на елку шарики, и Потап может вдоволь посмотреть на попу, как у Ким. Ну, почему нет? Идем дальше. Еще одна елочная игрушка и отражение. Вакарчук. Народный депутат Украины. Ну, это тот случай, когда мы фотографию оригинальную поставили, да. Но на самом деле, конечно же, это Вакарчук. Аплодисменты. Украинский певец, который не совсем хорошо знает выражение «дважды в одну речку не войдешь». Так, следующее отражение. О, значит... Вы реально так дружно говорите, как будто вот это не другая фотография. Да, человек-кокошник Оля Полякова. И вы знаете, если Полякова — это королева новогодней ночи, то вот на той фотографии это, походу, королева утра 1 января. Тогда проснулся под елочкой. Идем дальше. Тише, волчицы, тише! Набросились уже. Ну, вообще, я думал, хоть кто-то скажет инопланетянин. Нет, сразу, Винни, узнали. Ну, на самом деле, конечно, это человек, который регулярно собирает под елкой одиноких волчиц, и они вместе водят хороводы. Так, идем дальше. Вот раритетный, я бы сказал, антикварный шарик из прошлого века. Кто? А ну, давайте хором. Павло? Скажите, а почему вы так хохотали, когда появилась фотография? На самом деле, это, знаете, я уверен, вот именно такое вот вы увидите, если вдруг Павло Зебров позвонит, а вы в глазок посмотрите. А если такая игрушка, то в уса наклеены поверх игрушки, чем не? Конечно, это единственный усатый шарик на елке. Ну, да, можно не узнать самого Павла, но усы узнаешь всегда из тысячи. Ходят слухи, что эта пчела там стили Зеброву за песню «Мертвые бджолы не гудуть». Следующая популярная певица и ее друг... Что? Есть у меня еще время, что вы мне рассказываете? Время истекло. Хорошо, точно, время истекло. Кстати, именно так выглядит эта парочка на сцене, когда смотришь на них с балкона. Идем дальше. Вы знаете, мне кажется, картина была бы неполной без вот этой игрушки. Потап? Кто сказал Потап? Поднимите руки. Кто не сказал Потап, поднимите руки.
Кто сидит спиной к залу, поднимите руки. Не важно, я просто вам задаю странные вопросы. Да, именно таким его представляют участники «Голоса», которым он не поворачивает. Но на самом деле Потап — это единственный, кто на Новый год наряжает елку и раздевает Каменских. Я опять вслух это сказал, да? Да. Хорошо, идем дальше. Самая смешная игрушка. Да, это самая красивая женщина Украины по версии журнала «Вива». Причем, что интересно, анкету она подавала именно с этим фото. Кто же это? Да, все верно, самая сексуальная ведущая танцев со звездами — Тина Карель. И, кстати, второе место — Юрий Горбунов, но он не влазил на фотографию. И, наконец, друзья, приготовьтесь, пожалуйста, самая сложная загадка. Смотрим. Комаров? Класс. Какие еще версии будут? Кто? Ну, кто-то же сказал, все-таки не Бронюк, а? Ну, на самом деле, конечно же, это Витя. Аплодисменты. К этому певцу никогда в детстве не приходил Дед Мороз. Вместо него всегда приходили Лэни Олэни. И сегодня эксклюзивно, специально для вас, друзья, в нашем шоу подарок. Новая новогодняя песня. Так, хоча ще на вулиці не Новий рік, але настрій же по-справжньому має бути новорічний, правда? Встречайте, группа ТИК! Закружляли пухнасті сніжинки, вкрила крига грайливий потік, побіліли дахи у будинків, значить, скоро прийде Новий рік. Виплітає мороз з візерунки, під ялинкою радість і сміх, вже чекають на всіх подарунки, значить, скоро прийде Новий рік. В Новий рік, як завжди, в кожній хаті движняк, олів'є, бутерброд грає в тілі, кутік. Забуваєм про сон, біля йолки бардак і шампанське стріляє по-другому ніяк. В Новий рік, в Новий рік. Ёлки, бардак і шампанське стріляє по правому дія. В Новий рік буде все по-новому, і куди не підеш, в який бік, скрізь тебе зустрічають, як дома. В Україну прийшов Новий рік. Рік новий, починаєм зі свята, гарні тости лунають і сміх. Вихідних не буває багато, як святкуємо ми Новий рік. В Новий рік, як завжди, в кожній хаті двіжняк, олів'є, бутерброд грає в тілі, кутік. Забуваєм про сон, біля йолки бардак і шампанське стріляє по-другому ніяк. В Новий рік, в Новий рік, в Новий рік, в Новий рік, в Новий рік. Забуваєм про сон, біля йолки бардак і шампанське стріляє по-другому ніяк.
шампанське стріляє по прогоні. Дякуємо, гарних вам і щасливих свят. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.